Салам алейкум. Мы, турки, проживающие в Кыргызстане, тоже присоединяемся. Мы сегодня пришли почтить память вот этих умерших. Смотря на них, если бы 30 лет назад наши турские государства все объединились бы, я думаю, что сегодняшнего дня не было бы. Конечно. Тогда надо было вот этот агрессор осудить. Потому что это может с любой республикой произойти. Завтра другой захочет территорию захватить. А если бы тогда бы армян остановили бы, все, собравшись, сегодняшнего вот этой войны не было бы. Мы в 89 году, Азербайджан протянул руку туркам, когда были ферганские события. Более 100 тысяч человек приняли. Мы это не забываем. Мы, живя в Кыргызстане, мы здесь в 1944 году были высланы, когда была война, сталинский режим. Мы вот этот холод, голод, вот эту смерть, мы через себя пропустили. Мы это все знаем. И все-таки вот это очень страшно, когда в наше время люди умирают. За что умирают? За чужую землю. Ты что хочешь забрать? Чужую землю. И мы 30 лет все молчали. Ждали, когда же все-таки договорятся. Когда же все-таки договорятся. Слава Богу, сегодня все это поняли. Все тюркские государства, весь мир, что все-таки Армения не права. Сейчас даже ионный шаг отступить. Отдать землю. Мирное соглашение. Жить со всеми в согласии. Ладно, сделали ошибку 30 лет назад. Но сегодня не делайте. Сегодня не делайте эту ошибку. Не убивайте этих детей, этих женщин. Не убивайте вот этих наших сестер. Сегодня не делайте. Сейчас остановитесь. Уберите войска. Азербайджан же не говорит, что я буду воевать с Арменией. Он забирает свою территорию. И он прав. Мы полностью, турки Кыргызстана, поддерживаем Азербайджан. И мы, как наш брат сказал, мы всегда будем с ними вместе. Спасибо всем. Азербайджанцы в Кыргызстане уже более 90 лет, с 29 года репрессированы. Кыргызы в свое время приняли не только азербайджанцев, и чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, турков-мескитинцев, дагестанцев. Все нашли родной дом в этой стране. И эта страна для нас стала родиной. Вот, и она остается. И как бы мы далеки не были от своей земли, от исторической нашей родины, от Азербайджана, Азербайджан всегда в нашем сердце. И каждый день и хорошее, и плохое Азербайджана, это отражается на нас, в наших сердцах. Мы поэтому очень поддерживаем борьбу сегодняшнюю, сегодняшнее освобождение, освободительную войну нашего азербайджанского народа в Нагорном Карабахе. Пусть это быстрее вернется, пусть наших меньше погибнет, пусть Аллах рассудит нас. Я еще хочу поблагодарить Раджеп Тайип Эрдогана, вообще Турцию, за правильный вот этот подход к этому событию. И то, что она поддерживает сегодня молодец, Азербайджан, молодец, супер. Это, я думаю, что это очень правильно. Это два государства, один народ. Мы все турские народы, это братья. У нас язык, культура, все одинаково. Мы должны быть вместе всегда. Дай Бог. Урматтуу мекендештер, мен биринчи кезекте Азербайджан элине мындай жаш балдар өлүп кетти ошол согушта көңүл айтамын. Анан мындагы бир нерсе айтып кетчү нерсе, Армениянын УДКБнын составында калышка моралдык укугу жок деп эсептейбиз. Кыргыз мамлекети, кыргыз эли менимче туура кабыл алат, туура чечим чыгарат, ошону маселени көтөрүш керек. Себеби бул УДКБнын составында эки түркий мамлекет бар.
бұл Қазақстан мен Қырғызстан. Ошанда составында болып тұрып, бір ОДКВ-да бір болып тұрып, түркі елге қол салу, түркі елді бомбалау, түркі елді елін өлтіру, бұл өте аша шапқандық. Ошандықтан мен есептеймін, ОДКВ-да қалуға моралды құқығы жоқ. Тем более, азыр бізді азербайджандарды тың шаһарларды бомбалап жардырып жатады. Армениян әскерлері. Ошондуктан булар азыр христиан дүйнөсү менен мусулман дүйнөсүн кагылыштырганга әрекет жасашып жатат десек жаңылышпайбыз. Буларды азыр мына көрүп турабыз. Грузияда колдоп атат Азербайджанды, Украинада колдоп жатат. Бардык эле христиан мамлекеттерде аны колдоп жатат. Бул чагымчылдык болот. Ошондуктан ОДКВ составынан чыгып кетиш керек. Армения жакшылыкча эле. Анан кийин бизде айтар жерибиз жана айтып кетти. Башка мамлекеттер кийгилишип туруп кол салчу болсо мамлекет Азербайджанга мамлекеттер. Биз добровольческий отрядтарды создавать этот труп. Без да Азербайджан елін қолдауына барғанға дайырбыз. Бүгін егішмішік, яны өз күчілерімізді сөйлеуіз. Мен қағаш елеріздің ғамылықса, Азербайджан шәйіттерінің қасында біз ғамылыз. Бүтін шәйіттерінің қасында баш әрі, ve bir dəqiqəlik sükutta biz yad eləyək şəhidlərimizi. Можно мы скажем, мы от лица молодежи Азербайджана, ну, Азербайджана, проживающей на территории Кыргызстана. Кыргызстан – это наша родина, но также то, что мы являемся этническими азербайджанцами, наша историческая родина, родина наших предков, является Азербайджан. И от лица молодежи мы хотим поблагодарить вас, наших аксакалов, потому что для вас наша поддержка, для Кыргызстана, для всех постсоветских, не постсоветских стран, которые поддерживают Азербайджан, сейчас важна не столько финансовая или помощь даже военная, сколько моральная и информационная. Так что всем вам большое спасибо, вот именно от лица нашей молодежи. Спасибо, спасибо и вам. Будьте всегда патриотами. Да. Ассаламу алейкум, рахматуллаху баракату. Ассаламу алейкум, урматту жыйынына катышуучулары. Саламатсыздарбы, урматту түрк тилдүү мамлекеттер, түрк тилдүү мамлекеттердин жарандары. Бүгүнкү бул жерде жыйындын мааниси 30 жылдан берки Армения халкы Азербайджан Республикасына тиешелүү Карабах автономия областын жана ошонун тегерегиндеги 6 районду 30 жыл мурдан мурда Горбачевдин политикасы менен учурунан пайдаланып ал жерди басып алган. 30 жылдан бери Россиянын өкүлчүлөрү бөлөк Европа, Америка булар баары билип туруп, Пашинян өзүнүн бандитчилик ыкмасы менен жана Россиядан алган эски үскү техникасына ишенип, ошол жерге туруп берем деп дагы бир аракетин жасады. Бирок ага карабастан, я Рабби шүкүр алхамдулла. Бүгүнкү күндө күнүнө Азербайджан эли, Азербайджан элин армиясы, аскерлери өзүнүн айылдарын, өзүнүн райондорун, өзүнүн чоң-чоң шаарларын алып келатат. Бирок мен дагы бир жолу кайрылып кетет элем. Урматтуу Российская Федерациянын жетекчиси, президенти Владимир Путинге. Владимир Владимирович, вы прекрасно знаете о том, что эта земля принадлежала и принадлежит Азербайджану. Каждый азербайджанец, пока не освободив свой сантиметр земли, теперь не будет останавливаться. Притом, я как гражданин Кыргызской Республики, понадобится ехать туда сбоку с братьями, буду сражаться. Если будет какие-то страны мешаться, мы готовы здесь. Вот, туркоязычные, которые в Кыргызстане живут, найдется патриоты истинные туркоязычные, кыргызы, казахи, узбеки, чуваши, карачаи, черкеси, чечены, даргинцы, башкири. Мы все готовы. Те, которые, кто является истинными,
туркоязычные патриоты, мы готовы сражаться за земли Карабаха. Также, Владимир Владимирович, хочу подчеркнуть, вокруг Российской Федерации и в составе Российской Федерации, кто? Казахстан, Кыргызстан находится в составе ОДКБ. Теперь вокруг Российской Федерации в составе, начиная Башкирия, Чуваши, Кумаки, Карачаи, Кыргызы, казахи, чечене, даргине, якуты, они Хакасия. До сегодняшнего дня, хакасы, до сегодняшнего дня, уважая законы, традиции, культуры российского народа, они трудятся, они живут. Но, Владимир Владимирович, я вас прошу, вы, те, которые до сегодняшнего дня вы мутили свои это движение, я вас прошу, остановитесь. Вы тихаря, через Иран, мы на интернетах, средства массовой информации, мы слышим, мы видим. Бир, шулы, урамны чеватавыз, азербайджандардын жерлери агрессорлардан бошолуш керек, азербайджанга жерлер кайтарылып бериш керек, жана азербайджандан эч ким ал жерди талаша албайт. Анткени Алла Таала өзү айткан, бул согуш ийик согуш деп туруп. Ошондуктан биз да Кыргызстандагы мусулмандар, түркий эл катарында башка түркий элдерге окшоп азербайджанды колдойбуз бул согушунда. Алла Таала душмандардын шармандасын, уятын чыгарсын. Экинчи, Азербайджандын ыйык жерине душмандар кол салбай турган болсун. Азербайджан элинин күрөшү ыйык, дүйнө боюнча бар колдошуп атат. А агрессорду болсо Арменияны Алла Таала өзү уятыны, шермендесин чыгарсын. Экинчи кол салбай турган болсун. Жана ушу Армения колдоп аткан өлкөлөргө кайрылып кетет эле. Адилеттүүлүк сезимиңер бар болсо, чынчылдыкты урматтасыңар, анда бул согушта Арменияны эмес, Азербайджанды колдош керек. Ушунча мына инсандар курман болушту, шахит болушту, бирле жоокерлер эмес, тынч жашап аткан чалы кемпирлер, аял кишилер, жаш балдар ушу душмандын ракеталарынан, ок атуусунан шахит болуп кетишти. Булар баары шахит. Алхамдулилла, мен Бакуда 2 жолу болгом. Шахит аллеясында өзүм Куран окугам ал жакта. Бир нече биз аттуу баштыма эсиңдеден саясатчылар барып, ошол жерде биз ушундай айткан элек. Бул согуш Армения тараптан тура эмес. Эч качан бирөөгө укук берген жок башка бирөөнүн жерин алып ал деп туруп. Ошон үчүн Азербайджандын согушу биз үчүн дайым эле адилеттүү. Оштонду согуштар дайым адилеттүү болот. Анткени ал өзү үчүн, жери үчүн, дини үчүн, эли үчүн согушат. А басып алган элдики дайыма адилетсиз. Аны эч ким колдош керек эмес. Өкүнүчтүү, бүгүн колдогон өлкөлөрдө бар экен. Алардын жетекчилери ойлонуш керек. Алхамдулилла, Илхам Алиев менен 2 жолу жолуктум. Кыргызстан жөнүндө пикири жакшы. Кыргызстан элине сүйөм деди, жакшы көрөм деди. Жөнөкөй элге да, саясатчыларга да салам айтып коюңуз, дайыма биргебиз деп Илхам Алиев өзү айтты. Билесиңер, Кыргызстанга да келип кетти. Ауз биллахи мина шайтани ражим. Бисмиллахи рахмани рахим. Мы сегодня пикетом своим выражаем поддержку справедливой освободительной борьбе азербайджанского народа за свою территорию Нагорный Карабах. И в Коране, и в сахих хадисах всегда призывается, если ты мусульманин, ты должен встать на защиту своей родины, своей земли, своей религии, своей семьи, в конце концов. А сегодня мы видим вот на фотографиях, не только воины погибли шахидами, но и мирные жители, к сожалению, старики, старые люди, старухи, женщины, дети, те, которые в любой войне, их не должно касаться война, они должны быть живыми, но, к сожалению, сегодня армянские ракеты и их погубили. Я сегодня обращаюсь к тем государствам, которые еще поддерживают Армению, их мало, но поддерживают. Обратите внимание на справедливость, ведь не Азербайджан, а Армения захватила азербайджанские земли. Здесь агрессор один, здесь Армения агрессор. Поэтому везде, не только тюркские народы, но и мусульманские народы поддерживают, а и не мусульманские, христианские народы тоже поддерживают справедливую войну Азербайджана за свои территории.
Сегодня должен быть там мир. Это должна быть земля возвращена Азербайджану полностью. Поэтому приветствуем успех азербайджанской армии, когда мы слышим по новостям, что освободили те города, те села, которые раньше принадлежали им, но были захвачены. Мы радуемся вместе с азербайджанскими братьями и сестрами. Поэтому ни одна пять земли не должна остаться под пятой врага-агрессора. Вся земля Азербайджана должна быть у Азербайджана. В этой борьбе, слава Аллаху, поддерживает и Турция, и Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Все мы поддерживаем. Поэтому хотим еще раз предупредить. Если будут интернациональные силы вовлечены в Азербайджан, то и мы тоже пойдем воевать тогда за Азербайджан. Мы просим только, чтобы не вмешивались другие страны. Азербайджан, слава Аллаху, алхамдулиллях, добивается успехов, освобождая свои территории. И здесь мы слышим некоторые страны, которые хотят помочь Армении. Мы предостерегаем. Если будет внешняя помощь Армении, то и мы пойдем тоже помогать Азербайджану. Пока мы надеемся на то, что сама азербайджанская армия, азербайджанское государство справится с этой задачей. Еще раз говорю, это справедливая война. Это справедливая война. Справедливая война. Так Аллах сказал. Азербайджанцы борются за свою землю, за свой народ, за свою религию. Мы знаем, во что превратили мусульманские мечети там. Это даже язык не поворачивается. У нас вот, вы видите, кто бывал в Кыргызстане, ни одну церковь не трогаем. Потому что Бог один. Но когда мечеть, дом Аллаха заполняет свиньями и так далее, еще оскверняет, это здравому смыслу никак не укладывается. Поэтому мы еще раз говорим. Борьба Азербайджана справедливая, освободительная. Все территории должны быть освобождены. Никто не должен здесь мешать. Только Азербайджан должен править на этих государствах. Это земля азербайджанского братского народа. Поэтому сегодня мы еще раз чтим память шахидов, павших. И дай Аллах, чтобы меньше было жертв. Дай Аллах разум тем, которые захватили эти земли и которые их поддерживают. Мы говорим, что Аллах с нами, Аллах с Азербайджаном. И мы, Кыргызстан, тоже с Азербайджаном. Тридцать лет Армения вела лицемерно переговоры с Азербайджаном. Это было лицемерие, потому что у них и в мыслях не было вернуть территорию. Сегодня, когда идут бои на Горном Карабахе, весь мир убедился, что эти люди никогда не хотели просто переговором, мирным путем вернуть землю. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар!